Друзья, всем привет! Привет! Сегодня у нас очередная рыбалка с подписчиком. Да. В общем, приехали мы в октябре на Дикарь. Место выбрано не случайно. Он насмотрелся. Да, нас зовут Вова Ивана. Знакомьтесь. Очень приятно. Подпольная кличка Сталик, мой друг, подписчик. И просто хороший человек. Заранее, да, кстати, надо сказать, что в этом видео будет много готовки различных вкусностей, поэтому сразу... Пойдет. Ну, я думаю, что точно пойдет. Поэтому, чтобы потом не писали в комментариях, заранее готовьте себе там какой-то стейк, пивасик там, если хотите, с чипсами. И только после этого приступайте к рассмотру. Мы приехали на наш дикарь, да. Домашний. Последняя рыбалка произвела, ну, лично даже на меня, очень такие хорошие впечатления. И мы, даже не раздумывая, решили приехать на это место. Ты тем более хотел поучиться что-то такого в завоз. Да. Расскажу, что смогу, покажу. Ну и, собственно, сейчас начинаем. Лагерь у нас практически уже установлен. Осталось только собрать оборудование. Так что поехали. Погнали! Так, а что, мотор привязали? Привязали. Все готово. Ой. Так, хорошо, что у нас не надо нам сейчас будет искать точки. У нас на эхолоте все, координаты забиты. Если будешь потом приезжать, ну, карточку скинешь, там я тебе координаты сброшу. Главное, никуда не выставлять. Вот, ну, в принципе, у нас рыбалка начинается. Надо первое смочить под сак. Что еще? По 50. Поддерживаю. Так, ну что, давай за погодку. Октябрь, такой погоды я вообще несколько последних, наверное, лет 5-6 уже не видел. Ну, где-то 25 сейчас. Ты, какая рыбалка у тебя по счету в этом году? 6-я. С нулями какая? А, это еще не нулевая, 4 было нулевых. Ну, тогда давай за погоду и с рыбы ушли от нуля. Да. Главное, теперь не забудь смочить подсак. Который мы не взяли. Так, что касается тактики, смотри, у нас будет следующим образом. Раньше я ставил маркер, да, вокруг него обкармливал два диаметра и ловил на границах. Недавно читал статью известного трофейщика Юрия Бегалова, знаешь? Знаю, конечно. Вот смотри, может быть, из-за того, что, ну, или мне тоже постоянно задают вопрос по поводу маркера, пугает он или нет. То есть он устанавливает маркер, а на удалении 5-10 метров делает сначала в радиусе 1 метра концентрированное пятно прикормки. И затем в диаметре 5 метров делает
мелко концентрированную прикормкой разбрасывает. И ловить предполагается, ну, в зависимости от подхода, да, либо вот здесь, либо на границе, то есть вот этой, да? Основного пятна. Основного, да, пятна. Либо в центре, либо на границе совсем вот здесь. То есть получается, что экономно по расходу прикормки, там, в принципе, многое сюда не нужно. Хоть и трофейная ловля, но все равно как бы особо... Да, и плюс осень нам особо много кормить не нужно. Вот, поэтому я когда сейчас устанавливал маркера, ну, примерно я заметил, да, что там, то есть я подплываю лодкой, да, и вот как раз-таки передо мной участок. То есть на воде, в принципе, определить вот это постоянное расстояние достаточно точно, ну, можно. Поэтому давай сейчас по прикормке. Наверное, самый часто задаваемый вопрос. Вова, скажи, чем кормить осенью? Чем кормить? Как кормить? Зачем кормить? Да. Ну, во-первых, начнем с того, что начало октября, если в предыдущем рыбалке, я предполагаю, и рыбы были такие пузатые, жор уже прошел, либо, может быть, находится на завершающей стадии, потому что поэтому много кормить не нужно, но сейчас бы в идеале какую-то мелкую фракцию, пелец, там, зерно, что-нибудь такое насыпать. Но проблема этого водоема в том, что... Мелочь. Плотва. Да, что здесь плотва есть по 700 грамм и куча мелкой плотвы, которая так и норовит зацепиться на крючок, и неважно, что на нем нацеплено. Поэтому нам нужно минимум пылящей фракции из того, что я использовал на своей практике. Это тигровый орех, который абсолютно не интересен никакой мелкой сорной рыбе, даже там и карасю. Да, за исключением амурчика и карпа. Так, у меня вот как раз крупный, открывай вторую банку. У тебя должен быть помельче орех. Много кормить не будем. Получается, на три наших точки сливай воду. Я думаю, ты в курсе. Ну, как бы да. Представление имеет. Блин, это вообще крупный орех. То есть... 50 крупного, и на тебе высыпай, а мне давай мелкий. Как раз вот такой разного цвета, один коричневый, да, другой желтый. Да. Вот, и что касается вкусов, тут много дилемм. Постоянно кто-то советует там специи, Рубин Рэд, что-нибудь такое. Я отлично использовал по холодной воде бойло тигровые орехи. Ну, это такая молочная штуковина, сладкая. Не знаю, почему он тигровый орех называется. Такая, ваниль. Ну да, сливочная ванильная штуковина. Вот, поэтому мы сегодня гадать не будем, а сделаем эксперимент из двух. На твоей точке как раз... специи с рыбы, это острая креветка, открывает тут как раз полкилограмма оставалось, высыпай полностью, и hot fish желе, это тоже такие достаточно тяжелые бойлы, но 15-миллиметровые, потому что хочется немножко все равно мелкой фракции, половину высыпать. Вот. Посмотрим по отклику, будет рыба отзываться, будем подкармливать. Будет плохо с клевом, но будем как-то там выходить. Вот, ну, а здесь все просто. Пару горстей, и, в принципе, все. Никакая арома здесь, ну, вообще не здесь. Я думаю, что на дикаре абсолютно не нужна. Иногда у меня случались поклевки, когда бойлы находились в воде. Ну, обычно, да, сейчас мы вот вечером завеземся. Да. И на следующий день только в 2-3 часа можно получить поклевку. То есть простоит более там 15 часов. Может быть, он и не подходит, потому что он сильно аттрактивный. Не знаю, тут много очень можно гадать, рассуждать. То есть я в последнее время вообще здесь никакой аромы не использую. Были, конечно, рыбалки хорошие. И с тобой мы сидели с нулем. Вот. Но были и отличные. Одна из которых была вот самая крайняя. Так что вот, собственно, наш небольшой микс молочный и рыбный. Если будет клевать где-то лучше, где-то хуже, может быть, и
какие-нибудь миксы в дальнейшем сделаем. Ну, пока у нас... Да, пока у нас откликов нет и, собственно, гадать нечего. Начинаем закармливать по тактике, которую сейчас мы обсуждали, и ждем. В 6 утра должен быть первый паровоз. Поехали. Всем привет, друзья! Сегодня, как всегда, мной любимая, вами любимая рубрика «Рыбацкая кухня». У нас сегодня будет, ну, плов. Ферганский? Классический. В общем, друзья, мы завезлись, рыбку покормили, теперь пора и самим перекусить. Вот эти красивые кубики порезала Светлана. Оцените разницу. Какой-то новый курдюк. Свиной курдюк называется. Вот. С брюшной полости вырезан специально из Брянской области. Вот. Ну а так вот, ну, масло решили не использовать. Решили вытопить немного свиного курдюка. Я думаю, хуже от этого не будет. Дело близится к взорваться, да? Да. Сейчас начнутся самые утомительные минуты ожидания. Ну, я думаю, мы дождемся. Ну, это точно должно. Ну что, ребят, у нас прошло 30 минут. Будем сейчас пробовать дервак на соль, на специи. И уже пора бы добавить завершающую стадию. Положим рис. Ну что там? Огонь. Просто огонь. Из какой мериталь? Скрытая реклама, не скажу. Рис называется кубанский ковер. Ой-ой-ой, какая красота. Ну что, ребят, у нас, в принципе, все готово. Плов у нас получился рассыпчатый, хороший. Плов или каша, тебе напишут в комментариях. Ну, здесь я согласен. Хейтерам привет огромный. А мы, пожалуй, будем ужинать. Рыбу покормили, теперь пора и самим поесть.
Всем приятного аппетита. Что? Держись, Рожа. Давай. Будь да, максимально горячо. Я 3 черпака положил, почти полный. Володь, ты вернешься, не? Я все прощу. Я ухожу в закат. Так, друзья, прошли у нас сутки. Да. Пока с чупа-чупсами. Вот, сейчас будем перезавозиться. Поели вкусного борщичка с ковынятинки. У нас сегодня не рыбалка, а полевая кухня на выезде. Ну ладно. Мы все это стараемся, делаем для того, чтобы поймать. В общем, Бован сейчас перезавозился. Сколько ты зацепил? 3 из 4 зацепил. 3 из 4, он, в общем, решил сейчас, мы 2 дня слышим всплеск правой стороны. Правой стороны вдоль камыша. Да, ну... Поэтому будем сейчас одевать вейдерсы, скорее всего, заносить ногами, если это мы сможем, конечно, сделать. И вторую точку сдалека я уберу и перенесу, да, на ближний рост. Есть ближняя бровка, свал, выход, наверное, закормим так вот овалом. Немножко. И одну, наверное, на ближнюю, вторую на дальнюю. На ближнюю, ну да. Ну, или можно попробовать одну на верхнюю, другую на нижнюю свали, чтобы было... Ну, сам и... на свал. Да, чтобы на нижнюю. Ну, чтобы одна насадка наверху была, другая внизу. Я тоже сейчас долго на лодке катался, нашел интересную точку, самое глубокое место вообще, которое я здесь мог найти. Это там 3... Как ты говорил? Почти 4 метра. 3,50 и 20 сантиметров датчик. Ну, где-то 3,70. Да, вот сейчас там попробуем. Делаем стринги. Так, бери, делаю такие вот штуковины, которые мы вчера завозили. Потому что стики здесь зло. Я сколько раз укалывался, когда мы сидишь сутки, ждешь вот так поклевку, начинаешь менять оснастки, приплываешь, а там сидит вот такая вот плотва на крючке, и ничего с этим не поделать. В принципе, у нас крючки нормальное состояние. А, да, ты еще хотел попробовать все-таки. Не верит то, что крупная рыба ловится на крупный крючок. Хочет... Хочу поставить поменьше. Да. Четверочку. У нас четверка... Нет, да, это четверка Хаябуса. Но по факту... Поставил мне шестерку Хаябуса. По факту, да, по общей нумерации это где-то, наверное, крючок получается второго, наверное, третьего номера. И вторая у нас это ПБ-продукт. Единица, это тоже по факту где-то четверка. Ну, у меня в прошлый раз неплохо себя показывали орех с разного цвета кукурузкой, розовый и желтый. Поэтому, думаю, сейчас мы просто обновим кукурузку. Ничего мудрить не думаем. Может быть, конечно, есть смысл, то, что он неактивный, поставить какие-то, не знаю, вафтерсы, поп-ап. Ну, ты, кстати, вот можешь на... ближнюю бровку в заброс поставить в автор с маленьким крючком, потому что здесь не нужно будет форсированного уваживания. Еще вот пешком все равно да. Ну, реально. А, нет, кстати. Нет, там есть коряга. У меня был интересный случай. В том году я уезжал с рыбалки и уже все, сложил лодку. У меня остались 4 удилища. Маркера забрал. И все. Остались только палки. Начал выматывать, и у меня зацеп. Ну, думаю, а что, мне ж лодка уже сложена, не буду я заодно оснастки заново лодку собирать. И в итоге решил рвать. Она не рвется. Не зашло, да? Да, у меня вот как раз этот Катран Вилкарп 365-й.
чумовая леска. Ну, а, ну ты тоже, да, у тебя наматана? У меня один патрон, да, второй мышц. Да. Ну, кстати, ну вот по поводу лески в завоз. Я тоже общался с трофейщиком. Говорят, что, в принципе, если вам дистанция ловли позволяет и условия, самое главное, использовать более тонкий диаметр, 0,3-0,33, то можно, в принципе, их использовать. Почему я всегда здесь мотал 365, этот вилкарп? Потому что он ловли в корягах, я использовал без шуклитера, и можно было спокойно форсировать в уважении. Он у меня, кстати, стоял и здесь, 365. Я не знаю, какая у него разновидная нагрузка. Я с собой сегодня только 33-ю привез. И если вы посмотрите на мою катушку, у меня осталось там ровно там метров 4. Мне полностью затянутый фрикцион. Видимо, у меня был обрыв. И не знаю, почему так получилось. В общем, я начал рвать, не рвется. Ведь чувствую, что что-то я тащу тяжелое. Походу, оторвал, может, куст или там часть куста какого-то. И притащил его. Я его тащил почти там 250 метров, а под ближней бровкой он уперся и все-таки... А, крючок, кстати, разогнулся, да. Есть интересные кадры, как я это вываживал. Вот. И в итоге ребята, которые здесь ловили, он тоже думал, о, я всегда на ближничке ловил, тут чисто, а тут раз начались зацепы. Он говорит, никогда не было коряг. Я говорю, теперь есть. Я ее оттуда притащил сюда и оставил под ближней бровкой. Ну, она по центру, а ты будешь чуть-чуть правее, поэтому... Ну, надо уходить от нуля. Задача. Сегодня, кстати, погодка поменялась. Может быть, будет да, поактивнее. Сегодня утром был дождь. И да. Днем. Да, как бы. Вообще грозу обещали. Готово? Да, сейчас. Поменьше ставим 6 штучек. Ну, я показывал в прошлый раз. Тебе вчера показывал. Просто, когда бывает, ты ее, ну, приплываешь на лодке, да, забрасываешь. Если просто накинуть. Угу. Она слетает. Да, надо сначала вот так вот накрутил, потом перевернул и еще прокинул. И все. Тогда она точно никаким образом не слетит. И будет такая вот у нас интересная презентация. Так что, друзья, заводимся. И что у нас на ужин теперь? Шашлык? Картошка с салом. В общем, если кто еще не... Нет, не с салом, а со свиным курдюком. Да-да-да. Все, друзья, погнали дальше работать. Картошечка по-деревенски. Специальный карповый сорт. Сальце домашнее. Сколько? Вон. Сантиметров 6. Да, сантиметров 6-7. Ну, еще срезали с него. Но это курдюк. Свиной курдюк. Раз, два, и 300, и
Друзья, доброе утро. Сегодня у нас всю ночь шел дождь, и утром такой барабанил по палаткам, по шатрам. Всю ночь, все утро. Ничего мы пока не поймали, но стабильно в одно и то же время мы слышим непонятные пики. Причем двойные, видимо, может быть, рыба не засекается, малоактивно, не знаю. Вчера умудрились монтажами, Иван там переделал крючки на маленькие. Но пока что вообще у нас результата ноль. Погодка изменилась, но тем не менее ночью стало достаточно теплее, в отличие от первой ночи. Но у меня сегодня с собой теплообменник, я вам расскажу. Просили показать, что это такое вообще, как это работает. У нас газовый обычный баллон стоит на улице, шланг, и к нему подключается обычная горелка. Это вот Гефес, турист, мало расходует газа. И, собственно, сам теплообменник прикрепил на такую вот штуковину, как называется правильно, грибок вверху, чтобы дождь, если идет, не попадал в трубу. Трубки обычные конденсационные и конденсат, который собирается в такую баночку. Можно сделать трубку и вывести ее на улицу. И, собственно, сам теплообменник. Я подробно делал на нем обзор, но это было больше для любителей зимней ловли, обогрева в палатках. Здесь трубы в таком вот порядке. Сама конструкция там внутри, я дальше не знаю. Обычный вентилятор. И, собственно, ножки. Я его транспортирую в таком вот удобном ящике. И, собственно, на нем и он устанавливается. Смысл в чем? Мы зажигаем горелочку. Ставим его под трубы. Трубы нагреваются. А вентилятор, охлаждая их, выгоняет теплый воздух в палатку. Весь угарный газ уходит наружу. Это самое главное условие, то, что вы спокойно можете спать. Соответственно, все равно нужен приток холодного воздуха снизу, и вверху должны быть в палатке, в шатрах, неважно, отдушина постоянно быть открыт. Ну, скажу, что я сегодня в спальник даже вообще не залазил, просто лежал на нем сверху. Работает, конечно же, это все штуковина от 12 вольт. Есть принудительный режим. Слышите, когда дует. Есть авторежим в зависимости от газа, ну, силы пламени. Идет нагрев. Чем больше нагрев, тем быстрее начинает вентилятор выгонять воздух, потому что здесь стоит термодатчик. Вот, собственно, вся конструкция. У производителя есть дополнительная гофра, и его можно, в принципе, вообще поставить на улице, а сюда будет заходить просто вентиляционная гофра обычная. Будет только идти из трубы теплый воздух, а вся эта конструкция будет стоять снаружи. Но я уже несколько лет пользуюсь на рыбалках на зимней, поэтому точно знаю, что эта штука безопасная, и оставляю внутри, потому что на улице может там и дождь залить, и ветер, конфорку потухнуть, и получается, вам нужно ночью вставать и опять заводить. Здесь все работает без проблем. Вот. Но у нас сейчас завтрак, и не знаю, сколько у нас еще времени. Может быть, после обеда здесь есть поклевки. Так что будем ждать. Возможно, какой-то еще демон нам даст шанс фотографироваться. Ну что, друзья, финишная прямая. Да. Не получили мы ни одной поклевки. Даже ни пика, ни полпика, конкретного намека, чтобы был какой-то сход или еще что-то. Абсолютно нет. Ну, если бы сегодня приехали на рыбалку, что бы изменил? Насадку, наверное, вот это вот, мне кажется, перспективно очень.
Да, но мы пробовали и на Вафтерсе ловить. В принципе, то, что неплохие, показывали результаты на Каневском. Картошка специально. В этот раз что-то не зашло тоже. Ну, в следующий раз. Может, надо было поменьше диаметр, не знаю. Ну, ну вот на нее потяжки были, кстати. Ну, вот, возможно, да, из-за этого не засечка. Может быть. Держи тебе на следующую рыбалку. Ну, если честно, друзья, что можно... Ну, какие мои выводы? Надо было, наверное, рисковать все-таки по корму мелкофракционно делать. И вода холодная, реально. Хоть и днем было достаточно тепло, последние деньки погодка испортилась и лил дождь, но можно было бы, наверное, рискнуть. Сделать какие-то мелкую фракцию такую, что-нибудь попылить там. Потому что я думаю, что все-таки такой пик активности, рыба уже прошел, и ну, не кормится он сильно. Ну, лично я так думаю. Ну, 12 градусов на поверхности вода. То есть да. На дне, я думаю, градусов 7-8. Ну, может быть, не 7, но да, все равно холодно. Поэтому иди в церковь. Пятая воронка в сезоне. Но это нормально. Я нисколько не переживаю, что у нас сегодня ноль, потому что реально этот водоем, ну, я тебе рассказывал, бывает, что я приезжаю, сидишь 4 дня вообще с нулем, потом раз, там какое-то утро, и дуплеты едут. Бывает наоборот, я приехал, как прошлая рыбалка, в сутки 3 поклевки, потом вот последние сутки раз, и вообще ноль. Ничего не меняя, ни точки, ни дистанции, ни насадки, ни с того, ни с сего, начинает рыба просто игнорировать. По какой причине, непонятно. Что бы вы сделали в данной рыбалке, напишите в комментариях. Я считаю, что мы отлично отдохнули. Да. Себя покормили всем, чем только можно. Поэтому, надеюсь, все оцените лайком. Ну, всем не хвостаньте шуе и удачного закрытия сезона. Всем пока. Опять с нулем, да? Надо было сливу ставить, варил тебе.